Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хотел бы пригласить вас в новый совместный проект, который стартует на моем канале, посвященный прикладной вышивке. Вы знаете, я большой любитель прикладной вышивки и давно задумывалась над этим совместным проектом, но решила рискнуть и пригласить вас. Это, конечно, непростой проект, придется потрудиться, для него недостаточно будет просто вышить работу, а надо будет ее и оформить, и, конечно же, в какую-то прикладную вещицу. Я приглашаю в этот совместный проект тех вышивальщиц, которые много и часто вышивают какие-то небольшие работы, миниатюры, которые не совсем подходят для багетного оформления, или которые напрямую предназначены для прикладнушек, но у нас с вами не хватает времени, вдохновения и каких-то других причин, чтобы заняться этим нелегким делом. Я думаю, что все вместе это будет делать интересней и веселей. Также я приглашаю в этот совместный проект тех рукодельниц, которые только присматриваются к прикладной вышивке, но которым страшно начать это делать самостоятельно. Я думаю, что в компании это будет делать не так страшно. И, конечно же, в наш совместный проект я приглашаю тех рукодельниц, которые много и часто занимаются прикладным оформлением. Думаю, что вы будете нас вдохновлять на новые подвиги и свершения. Конечно же, если вы не подходите ни в одну эту группу, но хотите поучаствовать, обязательно присоединяйтесь к нам. Я буду всем очень рада. Наш совместный проект стартует с 1 февраля, и он рассчитан на год. То есть окончание его будет 1 февраля 2020 года. Ну, конечно же, это предварительные сроки, они могут корректироваться в зависимости от количества участников и от активности нашего совместного проекта. Как же вступить в совместный проект? Вы знаете, что у меня существует группа «Вышиваем по журналам и книгам». Я ее переименовала. Теперь она называется «Вышиваем с Еленой Цвет». И она предназначена для различных совместных проектов, которые будут возникать на моем канале. Так вот, в этой группе я создала две папки. Первая папка предназначена для заявок, то есть для работ, с которыми вы будете участвовать в нашем совместном проекте. Это могут быть готовые работы, которые вы планируете оформить в прикладную вышивку, или только старты работ, которые опять же будут оформляться в прикладную вышивку, или текущие работы, но опять же, которые предназначены для прикладной вышивки. Вторая же папка предназначена для уже оформленных работ. И именно по этой папке я буду подводить итоги в конце года. И по этим итогам я разыграю несколько подарков. Ну, несколько или один, в зависимости от количества, конечно же, участников. Это, скорее всего, будут какие-то мастер-классы, потому что наш совместный проект напрямую связан с шитьем. А возможно, в нашем совместном проекте появится какой-либо спонсор, который предложит свои призы. Ну, конечно же, до конца нашего совместного проекта еще очень далеко, там будет видно, но призы будут обязательно. Так вот, вы выкладываете в первую папку свою работу и автоматически попадаете в участники нашего совместного проекта. Раз в месяц я буду создавать сводный групповой отчет. Для того, чтобы попасть в сводный групповой отчет, нужно обязательно выложить свои продвижения или свои фото до последнего дня текущего месяца. Например, если наш совместный проект начинается с 1 февраля, то до 28 февраля включительно я жду ваших фотографий в этих папках. Учитывая несколько горький опыт ведения совместных проектов в прошлых годах, я приняла такое сложное для себя решение. Из Инстаграма я фото для нашего совместного проекта больше брать не буду. Это связано с тем, что очень сложно и очень много времени я на это трачу. Также, конечно же, я не могу забирать фото из каруселек, а именно в карусельках обычно самые интересные фотографии с нюансами, с деталями работы. И это связано с тем, что я с Инстаграма не могу копировать какие-либо тексты. А именно в текстах девочки рассказывают самое интересное. Мне приходится перепечатывать, тратить на это огромное количество времени, которое я, честно говоря, могла бы потратить на вышивку, например.
Если у вас нет доступа к группе ВКонтакте, вы можете мне присылать свои работы на почту. Все ссылки вы найдете в инфобоксе под видео. В Инстаграм у нас будет существовать хэштег «СП прикладная вышивка». Вы можете выкладывать свои фотографии. Я их все буду видеть, я их буду комментировать, конечно. Но, еще раз повторюсь, забирать я их оттуда не буду. Все правила и условия нашего совместного проекта вы также можете прочитать внизу в инфобоксе, и также я постараюсь эти правила напечатать в комментарии. Мы стартуем 1 февраля. Я очень надеюсь на ваше участие, на вашу поддержку, на ваши работы. Буду рада всем-всем участницам. А я с вами прощаюсь. Была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания. Увидимся в следующем видео.